Судья обычно заходит в раздевалки перед боем и более детально рассказывает то. Так, филиппинец работает в правосторонней стойке, в стойке левши. Вот такое начало. Прошу прощения, да, в правосторонней стойке, поэтому передняя рука правая у Анкахаса. Такое достаточно осторожное начало. В туловище проверяет Анкахас. Родригес, но пока лишь раздергивает. Кстати, Родригес еще ни одного удара не выпустил, а уже прошла целая минута. За ударом Анкахас старается работать длинно. Понятно, что оба соперника, оба бойца должны заходить друг другу за перетить. Это как раз работа в разных стойках. Очень часто в таком положении происходит. Но здесь это может произойти с большей долей вероятности. Пока что соперники действуют одиночными ударами, прощупывают друг друга. Ну, соперника сейчас филиппинец. Ну вот так, дождал. Анкахас, но понятно, что у левши одно из главных оружий, это его сильнаться больше действовать справа. Еще раз цепляет туловище оппонента Джервин. Здорово, хорошая защита, хорошая работа наносна, чем ему это грозит. Точнее, опущенная рука, чем ему грозит. И снова по корпусу. Один раз хорошо попал вот здесь. Попал в этом эпизоде. И продолжаем раунд под номером 2. Напомню, что это будет за клем всю дистанцию. Еще раз напомню, и вы посмотрите просто шикарным ударом. Опять же, для этой весовой категории показатели более чем... Взрывается Родригес, неплохая серия. Тут же ответ Анкахаса опять по туловищу. Попадает, попадает Джервин. Много работает по корпусу, это правильно. Этого веса темп поединка очень невысокий. Идет такая тактическая. Уже Анкахас начал отрабатывать. Готовил встречный удар Родригес справа. Еще раз подчеркиваю, да, что в этих стойках подобные вещи происходят, к сожалению. Родригес проводит, очень неплохой. Здорово, вот здесь отлично сработал левым. Пока что Джервин Анкахас выглядит поинтереснее. Жалуется Родригес на то, что его бьют по затылку. Такой обмен. С готовностью мексиканец вступает. Хорошо, по туловищу. И вот здесь мощный удар справа. Пытался работать сосическая связка. Ну что ж, события потихонечку. Родригес. Короткая двойка. Мы видим, что Родригес молодец. Пока молодец. Смотрим дальше. Раунд под номером. Продолжает работать длинно с дистанции передней рукой. Обливает, осаживает джебом соперника Родригес. Хорошо, сайдстепом сработал. Это неудивительно, потому что голова у Родригеса практически всегда прикрыта. Ну и потом молодой, все-таки 25 лет, да, по сравнению с Акаксом. И затруднять ему действия в ринге. Внимателен, самое главное, очень внимателен. Еще раз по корпусу атакует Анкахас, успешно. Очень много пауз, конечно, очень много вот этой тактической работы выводят. Здесь пытался закрутить вправо Анкахас, Родригес не пустил его. Родригес действительно в защите. Джонатан очень... Но рефери почему-то, да, не обратил внимания. И вот ответ, в узде. Потому что Анкахасу, наверное, только этого и надо было. Зарубиться как надо. Перевести на голову Анкахас, Родригес соответствует. В руки, правый сбоку навстречу, хороший. Да, вот скоро раунд закончится. Да, причем, что интересно, Анкахас действует исключительно в... Успешная работа, хорошо, левый на скачке пытался провести Родригес. Довольно неожиданно. Ну, стал, было бы худо. Мы слышим все подсказки, да, испанском. Закручивает в правую сторону, подальше от сильнейшей правой руки соперника. Все по классике. А вот здесь левый сбоку.
Меняет Аркахов соперника снова длинными ударами. Посмотрите, да, как использует длину рычагов. Джервин... Так, значит, точно был удар, который Родригес почувствовал, безусловно. Сейчас снова повторил Анкакас. Ну вот зря, конечно, там ты владеешь стилем стальная рубашка и так далее, но все же это бесследно не проходит. Продолжает это делать Анкакас очень успешно. Здорово! Сергей Сергеевич, мы обращали на это внимание, что Анкакас действует исключительно так. Джервин не позволяет себя бить. Сейчас отлично контратаковал опять сильнее. Пропускает Родригес. К четвертому раунду уже он... Методично, насколько нацеленно и выверенно действует Джервин. На вершине, опять на же. Вершине, да. Разбирается со всеми. Абсолютно ни одной. Здесь пытается что-то предъявить. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это мощное. Здесь промахнулся. Как здорово. Бросал опермелый, да? И в конце, вот смотрите, пытался. Риском для себя, конечно. Акас ответил короткой, но изящно. Снова посмотрите, как четко готовит свои атаки Родригеса фатальным. Ну, со спортивной точки зрения, конечно. Стоп. Да, согласен. Но вот опять же, это на руку Анкакасу, который выбрасывает мало ударов, но при этом обречен просто. Ему нужно темп поднимать обязательно. Ему нужно перемалывать, перебивать. И обратите внимание еще раз. Руки на месте. Все время готов защищаться. Вот здесь здорово. Родригес молодец. Контрил левым боковым. Ой, здорово. Сильнейшей рукой при... Отлично. Удар, которым мастерски, кстати, владел Флойд Мэйвезер в свое время. Хас. Здорово. Показывает Родригес, давай бей меня еще. Но ведь так можно и допроситься. Ведь если человек просит. И все в туловище. И вот они объяснимые дыры в защите зияют у Родригеса с точки зрения попадания по корпусу. Великолепные защитные действия. Мне кажется, что он как исполняет ударами по корпусу. Он еще как-то и подкармливает его, что начнет тут опускать руку. Здесь хорошо перекрылся. Который, судя по слухам, вознамерился дать по голове Терренсу Кроу. Честно, то я прям вот не хотел бы видеть Пэт. Если, в принципе, у кого-то есть шансы на текущий момент против Терренса. Если по туловищу опять пробивает, хорошо Родригес достает. Да, молодец Родригес. Я еще раз скажу, смелый парень. И Родригес неплохо пробил. Да, по печени. И сейчас движение головой вперед, но опять же от этого, к сожалению, никуда не деться, учитывая стойки, учитывая манеру ведения боя. Здорово. Прям под руку засовывает эти удары. Я все жду, когда же Родригес надломится. Плохо тоже, что отрадно в действиях Родригеса, то, что он действует очень зря. Молодец, и попадает справа Родригеса, что пошел назад Анкакас, получил право. Вот вам и претендент. Минимум. Анкакас немного задумался. Он уже начинает отступать и работать в той манере, в которой он действовал. И очевидно, что Родригес вполне способен конкурировать вот в этой открытой рубке. Да, никто не среда Родригес. А вот и посмотрим. Интересно, да. Ирони головой вперед. И вновь очень плотная работа на старте. Хорошая серия от Родригеса, но все по защите. Да. Ходит, видите, стал чуть подальше и будет встречать, сейчас пытаться. Вот как. Вновь в правую, правильную сторону идет Анкакас. Ждет Анкакас удобного момента, пытается вывести соперника на как-то лишь тянет на себя. Мы и говорили, что Анкакас тут же разорвал дистанцию, удлинил ее, и вот здесь уже... Отлично.
Опять по туловищу попадает Родригес. Поджимает Родригес. Это были в прошлом раунде. Низковато пробирал Анкахас. Неплохо, правый сбоку. И тут же Анкахас отвечает. Ой. Здорово. Хорошо убрал голову. Сконтрил. Вот Родригеса. По крайней мере, так у него получается гораздо больше. Серия промахов с обеих сторон. Плотность боя также снизилась. Здорово. Отличное попадание в корпус. И как перевел на голову Анкаха. Наличие плана Б, С и так далее. И самое главное, умение. Чтобы уже сейчас Родригес что-то придумывал, да, пытался понять, как ему доставать. И на одной дистанции работать, на другой. Рвать. И вот опять смотрите, как по чуть-чуть, понемножку. Ему нужно провоцировать соперника на атаке для того, чтобы их контриходе тут же выпустил мощнейшую серию Анкахас. И еще раз. Без ударов. Да, вот и почему так получилось в предыдущем эпизоде. Опять он жалуется. Да. Родригесу обязательно нужен довищный. Ну а как джеб использовать на дистанции, подходя, да? Поднять, успевает перекрыться, увидеть это все. Здорово. И высаживает левый прямой, еще один. Ну вот сейчас Анкаха. Решил подраться немножко. Хорошо, работа. Это его стезя, его вотчина. Все, снова. Соперник еще не готов к тому, что в таком. Пойдем дальше. Отлично, в туловище вновь. И тут же перед. И продолжает. Продолжает, да, вот хватать. Последняя минута для него очень опасная в этом раунде. Есть столкновение головами. Неплохо Родригес здесь контрил. Поднимает темп Анкахас. Посмотрите. Родригеса просто как танк идет вперед. И мощная атака. Хорош по туловищу. Еще туда. И берет нокдаун. Колено Родригес. Нокдаун. Готов? Соперник Анкахас и продолжает. Средний уходил. То снова ближе, то на дальнюю. Допустил ошибку. Но он методично это делал. И рассечение, которое получил Родригес при первом прочтении анкот боя. Так, а что там, доктора хотели? Потому что по очкам выигрывает. И уже солидно выигрывает Анкахас. Безусловно. Да, у Анкахаса, конечно, голова такая, что, мне кажется, его можно нокаутировать только ресурсом. Вкладываться в эти удары. Родригес рубится, и посмотрите, как просто его отбрасывает, но не откажешь. Молодец, да. Пошел назад Родригес. Анкахас, да, или я думаю, нет? Да. Здорово правый на грани фола филиппинец, но рефери, опять же, очень лоялен сегодня. Он тут же сам получает Родригес. У него уже руки стали шире. Да. Чем куда-то, в голове. Здорово попадает Анкахас вновь. Даже те, которые... Ой-ой-ой, получил сейчас Родригес жестко. По прямой уходит. Анкахас сам выпустил. Ну, обидно. Тяжело. Больно Родригесу. Удар в корпус. Просто руки просаживает. Обвисают. Просто конкретно сажает в корпус. Голова сама отвалится. Вот именно это примерно сейчас и происходит с Родригесом. Сам сейчас ударил ниже пояса, но никто на это не обращает внимания. Изредка предупреждая боксеров по поводу движения головой вперед, и все. Неплохая серия, но Анкахасу хоть бы что. Он понял, что у соперника сил все меньше. Да. И с каждым и разом можно этих рисковать, сил... да. И кто его знает. Сдаваться парень не собирается. Но нет, смотрите, продолжает выбрасывать удары, продолжает обмениваться. И самое главное, название чемпиона IBF. Джервина Анкахаса от притязаний дерзкого Родригеса. Заберет, но вот получится ли сегодня? Сказать спасибо? Безусловно. Потому что он тоже делает этот бой со своей... Соперника Родригес атакует по корпусу мощно. Показывает Родригес, что можно бить еще, но можно держит.
разбил нос оппоненту Родригес. И продолжает он бить. И при всем при этом, опять же, довольно надежном защите. Но... этим пропущенным ударом по корпусу, в голову, с каждым промахом, вот эта вот капелька энергии тут же опять достает соперника передний Анкахас. Молодец, Родригес. Молодец. Ой-ой-ой, смотрите, что творит. Рискует, а что? Здорово, повторная атака через туловище. Первый раз приехал в Штаты, первый раз дерется и сразу... Истра и равных себе не знает уже очень долгое время. Удерживает пояс 5 лет. И 20 секунд до конца 10-го. Но учитывая его характер, учитывая то, что он показывал сегодня, наверняка неплохо. Руки Анкахас обменялись жестко. Идет, идет вперед Родригес. Ну, отошел чуть-чуть назад Анкахас опять. Да. Один из них, который протягивает. Здорово, красная серия. Три четко в цель кладет Анкахас один за одним. Пробил. Да-да-да, мощно, но в голову не получилось попасть. На интонацию и взгляду тренера у него... Потому что столько ударов, сколько за этот раунд, Анкахас не пропускал за весь бой. Еще таких ударов. Видно, что ему непросто. Ну, бой, мы вначале говорили, какое количество ударов в каждом раунде пошло. Где-то с середины начиная. Родригес, еще раз похвалим его. Да, что заставил чемпиона выложиться. Заставил работать. Неплохая двоечка, но тут же перехватывает. Родригес очень неплохо. Родригес, Анкахас прочитал. Мощное попадание справа. Он же не стремится к досрочной победе. А вот Родригес стремится. Вновь очень продуктивно действует Родригес. Вот этими двойками коротко. На это никакого внимания. И снова. Сейчас закончат опять такой рубки, да? Попадает Родригес. Еще раз. Тяготы и невзгоды. Он идет вперед, и он гнет свою линию. Еще. Двадцать секунд до конца этого противостояния, этого боя. Прекрасно. Пропускает. Вот они накормили друг друга досыта, конечно. И вот теперь уже... Ну нет, ну это понятно было, раз единогласно.